Патриотическая. Лучшая. Активная. Милосердная. Яркая. Почему же пламя? Почему же пламя? Да потому что пламя – это вечный поиск стремления к свету и знаниям. Свет, искра, любовь, вечность. Все эти слова описывают нашу команду. Мы и есть продолжение наших предков, своих знаменитых земляков. Леон Бакст. Один из основателей знаменитого объединения «Мир искусства». Дмитрий Михайлович Гарбышев. Генерал-лейтенант инженерных войск. Герой Советского Союза. Александр Николаевич Сивачев. Старший лейтенант, начальник первой пограничной заставы 86-го августовского пограничного отряда. Людвиг Заминга. Врач-окулист и лингвист. Известен как создатель эсперанто, самого успешного из изобретенных международных языков. Разгорайся ярче пламя! Светом доброго огня! Это пламя словно знамя для себя.